Всем привет! Меня зовут Наташа, и раз вы на моем канале, значит, вы уже знаете, что я занимаюсь детским текстилем. На протяжении 4 лет я успешно занимаюсь индивидуальным пошивом изделий для деток. За все время работы я изучила все нюансы пошива изделий. Бывало ли у вас такое, что отшиты бортики, но длина лент оказалась короткой, а бортики после стирки скомкались и весь наполнитель вылез? Уголки на одеяле в рамке не сходятся. Я собрала 11 крутых видеоуроков по пошиву детского текстиля. Благодаря этим видео вы сможете отшить комплекты на любую кроватку. Видеоуроки подходят как новичкам, так и продолжающим рукодельницам. Вам потребуется всего лишь самая обычная бытовая швейная машинка и, конечно, ваше настроение. В видео я подробно показываю и рассказываю процесс пошива, да и полностью все размеры кроя. Вы научитесь шить красивое ровное одеяло в рамке, при этом совмещая рисунок. А благодаря моей технологии пошива ваши бортики будут упругие, ровные, и после многочисленных стирок они останутся как новые, наполнитель не собьется. Видеоуроки остаются у вас навсегда, в вечное пользование. Вы можете скачать все видеоуроки к себе и смотреть их в любом удобном месте без доступа к интернету. Плюс, приобретая видеоуроки, вы получаете полную поддержку от меня. Вы всегда сможете задать мне интересующий вопрос, и я с радостью отвечу на него. Успейте воспользоваться специальным предложением приобрести видеоуроки по выгодной цене. Все свои контакты, как всегда, я оставляю под этим видео, проходите по ссылочкам и пишите мне. Я желаю вам хорошего дня и до встречи. Пока-пока!